Отчетный концерт детской школы искусств имени Розума, подведение итогов учебного года, а значит, одно из главных событий для учреждения. год ознаменован важной круглой датой – 150-летием со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова. На отчетном концерте его музыка прозвучала в исполнении педагогов и воспитанников школы. Школа искусств имени Розума из года в год дает путевку в жизнь талантливым ребятам, которые обучаются в стенах учреждения по различным направлениям. Игре на музыкальных инструментах, вокалу, хореографии, изобразительному искусству и многому другому. Коллектив школы – порядка 100 человек, преподавателей и других работников. Педагоги изо дня в день воспитывают в своих учениках лучшие качества, культуру, прививают любовь к искусству и, конечно, сами подают пример. В день отчетного концерта на сцене многие воспитанники выступали вместе со своим учителем. Были представлены лучшие номера, которые, конечно, не оставили равнодушным зрителя. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.